Иван, как сложился ваш переход сюда? Долго ли думали над предложением? Ну и почему выбрали именно Ярославль? Да, как появился вариант с Ярославлем, в принципе, даже недолго думая, сразу согласился. С другими командами даже не общался. Вот, и просто был там уже технический момент, то, что месяц примерно там обговаривали, условия, с торпедой договаривались, вот, и оказался тут. Чем предложение Локомотива вас привлекло больше всего? Да, наверное, амбициями, да, большая команда, как я уже говорил, с большой буквы, вот, с историей и огромные амбиции у команды, вот, и большие шансы. Как оцениваете свою форму сейчас? Чем, может быть, занимались до сборов и как готовились? Ну, я, как всегда, в Екатеринбурге готовился с тренерами, со своими, вот, с которыми уже там 4 года занимаюсь. Вот. Как таковых сборов командных уже 7 лет у меня уже не было. Вот, последний раз были в МХЛ, вот, поэтому сейчас немножко диковинка. Вот, но все выдерживают, быстро темп. Да. Иван, а чем удивляют общие сборы? Да, в принципе, на самом деле, летом у меня была тоже тяжелая подготовка индивидуальная, вот. Просто немножко непривычно, что у тебя весь день как бы забит, то, что тренировки весь день идут, вот, а так в физическом плане чувствую себя вообще прекрасно. Как проще, готовиться самому к сезону или вот так, как сейчас, с командой? Наверное, с командой попроще, потому что индивидуально ты занимаешься один, нет соревновательных, как бы, моментов, вот, с командой попроще где-то поддерживают ребята. Возможно, вы говорили до перехода с Игорем Никитиным, и какую роль он отводит вам в команде? До перехода нет, не общался, но после перехода много общались, вот, разговаривали, вот, примерно знаю свою роль. Не расскажете? Нет, не могу пока, секрет. Как складываются отношения с ребятами по команде, с новыми партнерами, и успели ли посмотреть Ярославль? Ну, честно говоря, Ярославль еще не успел посмотреть, времени не было. Вот завтра выходной, думаю, завтра прогуляюсь с девушкой. С ребятами? Да с ребятами супер, все ребята открыты, супер помогали неожиданно. Вот там и приехал на поезде сюда, Ярик Лихачев там тут же встретил на машине, предложил помощь, как бы все ребята помогают максимально. Все максимально добрые, открытые ребята. С кем были знакомы до приезда сюда? Да с многими пересекались, сборной с Пашей Красковским, с Мисюрем. С Яриком Лихачевым пересекались в Канаде еще лет 5 назад, наверное. Вот. Да, со многими ребятами, на самом деле, знаком был. Где-то заочно с кем-то. С Игорем Никитиным вы уже работаете несколько дней. В чем, на ваш взгляд, его сильные стороны? Насколько интересны вам сборы под руководством этого специалиста? Да, такого опыта не было еще с такими тренерами. Супер, как бы, супер тренер, как мое мнение. Вот. Умеет подбирать нужные слова, да. Супер психолог и на льду, не знаю, все вот как, каждый момент отработан, все знают куда, как ехать, каждому объяснил каждую детальку, где, как поставить клюшку, то есть вот в этих моментах.